Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, и сегодня мы находимся с вами в Олимпийском. Здесь проходит Кубок Кремля по теннису, и сегодня я вам покажу, может быть, и небольшой ролик, но он настолько для меня прикольный, потому что я обожаю теннис. Вот серьезно, настолько сильно обожаю теннис, вы себе даже не представляете. Это мое детство, и это все переросло в хобби с смотрением вот так вот, как играют. Я абсолютно убеждена, что любовь к спорту есть почти у каждого человека. Только в каждом из нас она выражена в совершенно разных проявлениях. Кто-то эту возможность теряет и убивает в плохих привычках, а кто-то ведет более правильное русло, и из этого тоже получается толк. В моем случае любовь к спорту зародилась с самого детства, когда дедушка подарил мне самую первую ракетку в моей жизни. И я пошла тренироваться на бесплатный корт. Несколько месяцев монотонного стучания в стенку мало чего дали. Ну, это и логично. Мне нужен был тренер, который бы не просто научил меня правильно готовиться к тренировкам, правильно показал бы разогревочные нормы, чтобы не повредить мышцы, и вообще я искала наставника, который прошел бы со мной большой путь. Не могу сказать, что тогда мне не хотелось бы повторить путь Анны Курниковой, но когда мои родители узнали стоимость профессиональных тренировок, то стало понятно, что вряд ли мне удастся когда-то себя проявить. Именно в этом виде спорта. Нам куда? Это явно теннисист. Я просто хочу пойти купить попить. Я опять хочу пить. Ну да, ну я. Давай ты зайдешь на корт, а я потом приду попозже уже с водой. Давай. Куда зажимать? Да, конечно. Сейчас иду, подожди, человеку надо помочь. Да, у меня есть знакомые, кому в жизни выпала возможность тренироваться за границей. Есть также знакомые, которые профессионально тренируются в России. Кто-то утверждает, что разница ощутимая, кто-то доволен тем, что имеет. Поэтому позже я решила, что буду заниматься теннисом только в свое удовольствие. И если в Москве проходят какие-либо турниры, то при любой возможности я спешу на них попасть. Особенно, когда дело касается Кубка Кремля. Уже какой год подряд я хожу на это спортивное мероприятие. И пытаюсь затестить максимум дней на этом турнире. Я постоянно перемещаюсь с корта на корт, слежу за игрой разных теннисистов, приезжаю с самого утра, где-то примерно с 11, как только начинаются матчи. Иногда я просматриваю весь матч от и до, если очень интересуюсь карьерой самого теннисиста, который играет.
Не знаю, как вам, а подобные ролики со спортом для меня просто внесут какой-то себе кайф. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, правда, потому что для меня какие-то своего рода спортивные мероприятия в Москве несут просто нереальный дикий положительный заряд. В день, когда идет игра на Кубке Кремля, я провожу буквально весь день. Я там даже завтракаю, обедаю и иногда ужинаю. В этот раз все произошло без каких-либо изменений. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Спасибо большое всем за просмотр. И скоро-скоро увидимся. Пока. Правда? Есть.